Командное первое место по итогам юношеского зачета. Так мощно представили городской округ воспитанники Дома юных техников «Интеграл» в первенстве Москвы и Подмосковья по автокроссу. По итогам соревнований спортсмены завоевали 2 золотые и бронзовую медали. Состязания провели в рамках Кубка «Крамар Моторспорт», который проходил на новой трассе в городе Пушкино. «Интеграл» представили 4 юных гонщика. Победителями в классах D3 250 и D2 юниоры стали Кирилл Барбаков и Илья Курганов. Бронзовая медаль в категории D3 мини досталась Емельянову Матвею. Совсем немного до призового места не хватило Вячеславу Лужкову. Обидно, ведь за каждое попадание в призы спортсмены получают баллы, которые помогают повысить свой разряд. У нас в команде есть и мастер спорта, и перворазрядники, и второразрядники. Дети выполняют, стремятся к тому, чтобы получить как можно высший разряд. Потому что, вы знаете, уже практика показала, что в дальнейшем это очень помогает в их дальнейшей жизни, получив спортивную категорию там по разряду. Эти выходные выдались богатыми на медали для автогонщиков из «Химок». Самый юный спортсмен «Интеграла» Роман Небыков. Ему всего 6 лет. Представил городской округ в Кубке Краснодара и завоевал серебряную медаль. А в Татарстане среди опытных и сильных спортсменов Александру Абрамову удалось составить конкуренцию именитой команде «КамАЗ Мастерс» и занять почетное 3-е место. Александр Зель, Руслан Цафин. Новости Химки ТВ.